Пожалуйста, блокаду дорогу. Поверить в то, что его нет. Это тот человек, который должен был быть всегда. Это тот человек, который всегда был рядом, и никто не может поверить, что его не стало. Мы всегда считаем, что он будет с нами. Сейчас здесь очень много людей. Наверное, многие из вас пришли на митинг первый раз. Знаю, что многих это событие, наверное, подняло, да? Для многих это стало последней каплей. И для нас ночью с пятницы на субботу началась другая эра. Это другая политика, которая началась с крови. Люди перешли грань. И мы понимаем, что его убили не за то, что он делал какое-то дело, какой-то доклад или что-то еще. Убили, потому что это был Борис Немцов, который всей своей жизнью доказывал, что есть честная политика, есть принципы, за которые можно стоять. Работать над тем, что начал Борис, от нас это зависит, от каждого из нас, кто стоит сейчас здесь. И вечная память Борису Немцову. Войны. И сегодня, спустя год, произошла страшная трагедия. В Москве, в центре, недалеко от Кремля, убит Борис Немцов. И нет сомнения, что это убийство политическое, заказное и подлое. И нет сомнения в том, что Борис Немцов жертва этой войны. Жертва, потому что сопровождающая эту войну ненависть и агрессия к инакомыслию в другой точке зрения стала частью государственной политики. В условиях, когда любой из нас... Не забудем, отомстим!